накупили сувенирчиков, магнитики, прянички. Кротики мои любимые. Та-да-дам. Это походу Крампус. Кто это? Помню, этот мультик, кто смотрел, пишите в комментариях. Здесь милота. Красота! Вот здесь чуть-чуть поднялись, и такой вид открывается. Все-таки нам не на те нужно было ступеньки, а вот на эти. И это даже не ступеньки. А вот такой вот подъемчик, вот такой вот. Поднимаемся, и уже красота. Все-таки это стоит того. Thank you.
Вот такой здесь парк на холме. Можно посидеть, отдохнуть. Какая-то церковь. А тут много туристов. Вышло. Вау, я в шоке, там какие-то еще скалы и статуи. Офигеть, офигеть. Сюда. Ой, тут какой-то памятник. Какой-то похоронен или что? И уже постоянная рубрика от Алены Вейс. Что вы здесь видите? Ну, думаю, все видят листочек или персик. Возможно, у вас какие-то есть варианты. Пишите в комментарии. Капец! Ищем костёл Святого Вита и потерялись в парке. Мы тут круги уже наматываем. Но вроде сейчас мы точно правильно должны идти. Реклама концерта Ози Осборна через год. То есть концерт будет ровно через год. Представляете, и уже тут вешают плакаты. Спасибо машине, что все закрыло. Мы только что прошли металлодетекторный контроль, чтобы сюда зайти. Мы даже не поняли, куда мы зашли, но чтобы видеть эту красоту. Сейчас пойдем дальше, посмотрим. Есть такие веночки. Вот этот собор, костел. Туда сейчас пойдем поближе. Новогоднее оформление такое миленькое. Гаргульи такие. Класс, обожаю гаргульи. Кстати, говорят, что если на них посмотреть, прям на них, то весь негатив уйдет. Капец, конечно, красота. О, на многих языках написано. И русский так прям как-то выделен среди всех остальных. А потому что для русского нет, наверное, такого шрифта. Конечно, можно заказ сделать, все-таки такое здание. Но все же типичная проблема, что нельзя найти на русский язык нормальный шрифт. Ну вот как бы здесь они не решили заморачиваться и хотели оставить здесь такой. Простой. Прошли дальше, и с другой стороны еще такой же красивый вид. Это просто Хогвартс. Посмотрите, какие окна, прям как в Гарри Поттере. Возможно, здесь даже какие-то сценки снимали, но, блин, это реально Хогвартс. Ого. Вообще. И вот уже рождественские темы у нас пошли. Прям вот здесь.
песенки. Еле видно, но их здесь полно. И слив воды у них во рту. О, магазинчики вот эти. Пряники, глинтвейн. Глинтвейн 90 крон. Я в шоке. Да, здесь цены, конечно, ужас. Но что я хотела, это достопримечательность. Вот елка, еле видно. И эльфовая башня. Опа, и мы в Париже. Кстати, в Чехии ходят слухи, что с какого-то места видно эльфовую башню в Париже. То есть какой-то ясный день, видно ее аж какой-то высокой точки. Я думаю, это про это. Да-да, это настоящая эльфовая башня, да-да. Спускаемся с этого холма, идем от костела Столовита, идем кушать.